молодых очень много вопросов к себе и к жизни. Поэтому Олеся, как яркий представитель. Меня зовут Олеся. Мы тоже много разных результатов. Слава богу, никаких серьезных проблем не было. Но познакомилась с продуктом я по такой причине. Принимала гормональный препарат, от которого были побочные действия в виде приливов, отливов и тому подобного. После третьего норма вообще все хорошо. То есть реально вот женщины, которые страдают такими проблемами, это вот прям номер один. Это я хочу сказать. После этого, конечно, вот я стала принимать все остальное. Вот хочу сказать, да, вот этот волшебный слайд, и, может быть, еще какие-то другие наши продукты. У меня никогда не было ногтей, то есть они ломались. Вот, пожалуйста, ногти уже, вот, и я даже удивляюсь, мою посуду на огороде, и ногти остались. Вот, я не помню, когда у меня были ногти. Вот. Ну и вот мне очень помогает при заболевании головы, если где-то раз в два месяца она стала у меня болеть. Но это от того, что я чувствую там на машине, там как ты едешь. Вот стоп мне очень помогает. Вот буквально приняв одну, рассосав одну стоп, очень хорошо помогает при головной боли. Не нужно пить спазган, несчастный, который... Стоп боль. Вот. То есть раньше спазган, вот, а сейчас у меня даже нет такой таблетки. Вот, что еще хочу? Что касается суставов, тоже моя мама как-то не доверяла. Сначала я не очень ей как-то она для себя это верила, а потом, принимая стоп, да, боли уменьшились. Конечно, не сказать, что все прошло, но уменьшилось существенно. Днем она уже боли к вечеру не чувствует. Вот, какие еще моменты? Вот, принимая мужскую форму нашего, да, у меня у папы проблемы. Взрослый человек, ему 71 год. Вот. И сдавая анализы, как-то намного существенно стали улучшения. У него вот буквально недавно мне где-то, ну, где-то месяц принимал мужскую форму, и существенно улучшились результаты. То есть он очень доволен. Вот. Что касается аллергии тоже, вот кто-то рассказывал, какая-то проблема в последнее время. У сестры тоже на глазу, глаз века было красное, шелушилось месяц. Она как-то долго у меня не была, и потом ей Альт и Мелс дала, и где-то через 3-4 дня у нее вообще все прошло, то есть больше не было. Это вот, она как-то тоже так с недоверием относилась. Нет, она утром Альт, а вечером Мелс. То есть она, принимая что-то, вот я ей даю, она как-то да, с недоверием, потом она забывает мне сказать, что у нее результат получился. Я, ну как, через неделю спрашиваю, говорит, да нет, давно. Типа, да, вот. Я говорю, ну ты молодец, ты хоть мне рассказывал, да, ты мне рассказывала бы. И, то есть мне тоже очень все нравится. И самое интересное, когда я познакомилась, это еще был февраль, март, апрель, время витаминоза. Да, когда у нас сил нет ничего делать, первый раз в жизни мне не клонило ни в сон, никакой там у меня апатии, ни депрессии, ничего у меня не было. И вот хочу сказать, действительно, вот просто весна прошла на ура. Вот. И еще хотела сказать по поводу релакса. Вообще самое замечательное средство, мне кажется. У меня была печальная история в жизни и было чувство гнева. Я думала, сейчас я вот как позвоню, доказывала, сейчас я скажу все, что я думаю об этом человеке. Пока, по дороге, у меня двухэтажный дом, пока я дошла по лестнице, рассосала наш релакс, да. Пока я залезла посмотреть этот телефон, у меня абсолютно пропало чувство гнева. Вообще, не знаю, как вам объяснить. У меня вообще, я подумала, зачем я буду звонить? И вообще, что причина моего звонка какая? Я вот, и, кстати, мама, принимая вот релакс, у нее было повышенное давление сердечное. Вот я на ней эксперимент ставила. У нее было тоже в результате там волнительной ситуации, у нее повысилось там давление 150 на 100 было. И вот буквально за 5 минут, давай вот релакс посмотрим, и оно уменьшилось 140, и нижнее до 80. Вот за 5 минут я еще сижу, говорю, мам, смотри, вот реально сердечное, то есть вот релакс для приволнения, какие валерьянки, это вообще глицин, это вообще нет. В самом, кстати, релаксе валерьянка, да. Валерьянка, салат латук, там банан и миндаль, еще какое-то вещество. То есть, в принципе, да, действительно, очень не хочется пить те таблетки, которые продаются в аптеке. Неизвестно, какого они происходят. Поэтому приглашаю, да, всех приглашаю, потому что это не только вкусно, удобно и вообще, да, с этими вот, хочу сказать, а у женских тоже чудесные, и вот эти все травмы.
травки, которые стоят. У меня там есть травка, да, там в паровой банке 2 года или 3-4 года с этой выкидываю, потому что заварить я их так и не могу.